Перед своим утверждением де юре Алексей Пустовалов кажется абсолютно спокойным. Может быть, потому что де-факто в роли первого зама мэра он уже четвертый месяц, поэтому одобрение депутатов лишь формальность, а может еще и потому, что его вопрос в самом конце повестки. Первоочередное – награждение рязанцев. Звание «Почетный гражданин Рязани» присвоит доценту кафедры литературы РГУ в 80-е и 90-е годы Владимиру Попову. А вот по теме «Награждать или нет» протоиерея Арсения Вилкова у некоторых депутатов возникли сомнения из-за споров о школе номер 6. Но инициатива исключить священника из списка награждаемых поддержки среди народных избранников не нашла. Решение не принято. Кадровый вопрос об утверждении Пустовалова был в самом конце. Прямо перед ним шел вопрос изменения структуры администрации. Предлагалось функционал всех обычных замов переподчинить первому. Появились вопросы. У нас субъектом права всегда игралась была администрация. В данном контексте, если мы принимаем такое решение, получается не дубляж. Глава администрации, она именно делегирует полномочия, а в данном контексте непонятно, что кому что будет делегировать. Это чисто правовой аспект, и, на мой взгляд, у юристов, которые будут готовить документы для делегирования полномочий всем рядом начальникам управления, появятся сложности. С небольшими оговорками, но изменения в структуру администрации все-таки приняли, а затем избавили Алексея Пустовалова от приставки «ИО». Если в прошлый раз было 18 воздержавшихся, то в этот раз их позиция была более четкой, и утверждение прошло почти единогласно. 37 голосов «за» из 39.